Привет, друзья. Вот мой друг Геннадий Чаурин, который обучает людей не только, значит, как без спичек костры зажигать, как выживать в сложных условиях и так далее. Вот он мне звонил, книгу выпустил, хотел мне подарить, но он должен улететь, и мы после 7 числа мы с ним сделаем ролик. И он там говорил о чести, о чести. Вот это очень важно. Я хочу вам предложить, чтобы вот к тому ряду свойств, которые на самом деле едины, как качество у человека, нравственность там, которая вот человечность, чтобы вы тоже вот так вот к этим, которые мы тогда перечисляли вместе с вами, чувство сопереживания, любви, потребность в сотрудничестве, чувство бесценности живого, потребность в созидании, счастье – это быть собой, высшее счастье – быть собой вместе. Вот честь, вот как это вот совесть, вот этот вот нравственный закон внутри нас, звезды над нами, а нравственный закон внутри нас, как говорил Кант. А вот что лично для вас? Что лично для вас? Какое вы могли бы еще, вот там комментом напишите, пожалуйста, для развития нашей науки человечности. Пока я занимаюсь определением критерия этой науки, и в следующем ролике мы это будем обсуждать, потому что наука отличается просто от веры или отношения. Наука отличается тем, что она дает гарантированный результат. Да, и там в подобных условиях воспроизводятся подобные эффекты. Ну, например, как в нашем методе ключ. В подобных условиях воспроизводится это то, что мы будем делать сейчас, завтра в 20 часов на марафоне, молодильном райском марафоне, подбирать себе приемы, упражнения. Выходите, пожалуйста, в Zoom. Ну, там мы когда в YouTube начнем 20 часов, там сбросим, как выйти в Zoom. И, пожалуйста, туда выходите с вопросами. А это у нас сейчас идет промежуточный ролик для развития науки человечности. Поэтому, пожалуйста, подумайте, что вам предпочтительнее, что вы, какие свойства, например, считаете человечными, человечными. Лично для вас, например, что в приоритете. Ну, напишите, вот, например, там, в комментах. И мы таким образом науку человечности развиваем совместно. Это очень важно. Без нас этого никто не сделает. Я во всем интернете смотрю, сейчас уже начали говорить о человечности. Да. А вот именно науку мы пока идем впереди всех. Она очень нам нужна. Вот очень нам нужна. Чтобы мы могли, знаете что, не только защитить человека и разум на планете, но вообще победить могли, чтобы человек мог победить вот этот вот и виртуальную реальность, в которой мы все время находимся. Мы же не первый день о виртуальной реальности говорим. Мы же и раньше соцреализм, например, сказки, например. Мы все время в виртуальной реальности живем. И знаете, еще говорят, матрицы мы находимся и так далее. Есть ли выбор у человека? Да, но чем он отличается от животных? Ну, говорят, есть у него выбор, способен к идеалам, к мечте, к совершенствованию. Давайте, пожалуйста, напишите в комментах, что для вас лично было бы приоритетным. Ну, может быть, к тому, что я перечислил, еще добавьте какие-то свойства, качества человечности. До встречи, друзья.